Специалисты выясняют причины обрушения крыши в здании Магнитогорского колледжа. Кровля рухнула днем, в тот момент, когда в кабинетах находились студенты. Это фото сделали очевидцы из здания напротив. Благо, никто не пострадал. По словам студентов, пару недель назад рабочие проводили ремонт крыши, но, видимо, работу до конца не довели. И то ли под тяжестью выпавшего снега, то ли из-за строительной конструкции все рухнуло.